Прибалтике с октября 1939 года в соответствии с двусторонними соглашениями, подписанными после раздела Польши, размещены советские военные базы. К лету 1940 года на территории Латвии и Эстонии находится по 25 тысяч советских войск, на территории Литвы – 20 тысяч. Условия их размещения безобразны. Спят на полу, сырость, холод, вшивость. Солдаты в старых грязных шинелях, небритые. Советские солдаты под большим впечатлением от уровня жизни прибалтийского населения. Он не то чтобы был высоким, но просто нормальный. Сытость местных жителей здорово контрастирует с тем, к чему солдаты пригляделись у себя на родине, что считали обычным и привычным. Выход советской армии в свободную Европу, которой пока является Прибалтика, в 40-м году имеет неожиданные последствия. Зафиксированы случаи дезертирства. Некоторые бойцы пытаются остаться жить в прибалтийских государствах. Политработники стремятся свести общение солдат с местным населением к минимуму.